Запускай. Как? А, надо готов нажать. Все, я готов. Я думаю, вспомним, как играть. Блин, недавно играли. Так, откуда они пойдут? Вот отсюда, по-моему. А, нет, это... Нет, они пойдут отсюда, снизу, из двери. И пойдут налево. Потому что направо не идти. Ладно, давай хотя бы так, просто хотя бы посмотрим. Чё, не понятно, что такое вот это? А, это хилка. А, да, вся еще так, могу. Ладно. Ставим, короче, что-нибудь. Я, короче, пока здесь ставлю. Настенным ловушкам нужны стены. А, счет ноль. Напольную. Подожди. Ловушку а, 650. Все, у меня больше ничего нет. У меня тоже. Запускаемся. Никто не готов так, как я. А, подожди, я запускаю, да? Или кто? Нет, ты тоже нажми. А что нажать-то? Ты. А. Враг собирается прорваться через одни из ворот! Они ринулись через ворота! Это не громко? Нет, сейчас потише будет. Это было куда проще, чем я думала. Как старые добрые. Чем больше босс, тем громче падает. Не дерну все. Ладно. Идеально. Еще больше врагов на подходе! Ой, 2000. Можно же что-то повесить. Точно. Блин. Все, все, все. Ты пытаешься что-нибудь поставить. Вот эта штука, по-моему, классная была. Мне нравилась. Ну, там есть как у рыбки. А как улучшить? Или, подожди, или... Кого улучшить? Эти штуки. Или не улучшаются? Я, по-моему, чуть неправильно помню, да? Я не помню. Не, подожди, вот то, что ты поставил на пол или там на стену, неважно, оно улучшается? В этом, в меню. В меню, но ты, скорее всего, улучшил все ловушки. Я имею в виду в игре. В игре, да, можно уровень повышать. А как ты летаешь или что ты делаешь? Это парение. Как? У меня ничего не парит. Пробел зажимай, когда прыгаешь. Ну вот, смотри. Нет, он не парит. А, значит, у меня персонаж так умеет. У тебя двойной прыжок, а у меня парение. Ты можешь нажать G? Да. Так, готово. Еще больше врагов на подходе! Про меня уже песни должны быть. Пять раз крупнее и пять раз сложнее убить. Я не помню, что мой ПКМ делает. Mm-hmm.
маг был какой-то, я за мага какого-то играла. Да. А что-то я его не нашла в списке перса. Ставить ловушки всегда. О, сверху пойдут. Надо как-то здесь укрепить. Так, они пойдут. Они полетят сверху. Полетят вот сверху просто по прямой. Угу. Полетят сюда. Да-да! Я самый боевой из магов! А дальше как они полетят? Все, они летят вот прям в центр, получается. А! Вот здесь прям такая короткая штука. Окей, как быть? А, я могу здесь поставить... На потолок повесить вот эту шнягу. Может, она что будет делать? Вот здесь, наверное, можно повесить. У меня нет больше ничего. Так, если что, я думаю, что... Я всегда готова. Я тогда буду этим заниматься. Я... Еще больше врагов на подходе! Берегись, летуны! Они все лезут и лезут. Фига себе там. Снизу тоже будет, да? Угу. Да. Да я займусь нижней. Я в сверху нет ничего. А, ладно. Шрек. Лутуны, давайте. Не бывает! И ведь столько лет прошло. Вы ведь это видели, правда? Летуны в воздухе! Руса. Все. Еще одна. Блять, прошла какая-то крыса. А, что это? Кто это? В смысле, она... Она... Короче, я не могу пока ориентироваться по этой карте. Ну, крыса какая-то до портала добежала. Ладно. Надо... А было 20, да? Можно заново начать? Ну, давай сейчас до конца хоть посмотрим, что там волны все представляют. Такое. Я не знаю, что такое. Это можно взять и что-то придет. Я это разбила. Нас еще больше врагов на подходе! А, ладно, заново. Блин, как заново сделать? Давай повторить. Повторить. Она короткая. Можно. Я даже, наверное, подрезать не буду. Так оставлю.
Что мы можем сделать? А где здесь? Поставь замедля... Головоломка. В самом прямом смысле. С правами проблем нет, значит. Я короче, готова. Просто пробежал. Сейчас, постой. А, ладно. Враг собирается прорваться через одни из ворот! Дверь пала! Не стоит меня отвлекать. Чем больше бомб, тем громче падает. Он присоединит. Убил? Да. Еще больше врагов на подходе! А как крутить, помнишь? Кто крутить? Эти. Постройки. Постройки? Ну, R, скорее всего. А, понятно. Сами там куда улетел? Что такое? Как они? Да. Как они пролезли? Прям, короче, первый раз слышу, конечно. Как обычно. Они не пролезли, просто взрывом одного перекинуло через стену. Я подумал, что он там сейчас встанет и... Нет, я имею в виду, что они аж сюда прошли. А, ну я перепрыгнул затем. И их никто уже не делал. Я в этот момент был возле базы. А ты умерла. Поэтому они, пока я добежал, они... Я просто пыталась понять по карте, что где находится, и следила. Ничего страшного, здесь сложно. Че? Да, наверх. Что-то вам там быть. Ну, стандартная. Летунов мы убьем. Неплохо. А как отменить? А, Е. А, Е продать. Симпатично вышло. Да, я хочу понять, как они идут. Они идут вот так? Да. У меня все готово для убийства. Это как украшение, только смертоносное. Еще больше врагов на подходе! О, да! Хороший план всегда работает. А, мужик пролетел, блин. Чуть в портал не улетел. Кажется, без ног ходить тяжело. А, прошу прощения, а ты вот чего? Блин. А ну что, друг? А, ну... Куда я побежал? Намного круче. А вот штуки, наверное. Ну я их уничтожаю, я не знаю, что это такое. Сюда, сюда и вот сюда. Так, ладно, так, ты верхний дверь, я тогда. Нижний? А, да, я тогда нижний.
А, сейчас, подожди, пока не... А, блин, прости. Еще больше врагов на подходе! Летуны в воздухе! Да я разберусь. Ну, пока все равно с ним ничего нет. Ладно, хорошо. Так же бодрит, как и раньше. Чё, крысы должны побегать? Пойти, блин. Я здесь, надо с ним поспать. Не слава. Побегут. Пойду к летунам. На подходе летуны! Так, все, супер, побежала. Да-да, я вернулась. Ладно, они еще и морозить умеют. В 5 раз крупнее и в 5 раз сложнее убить. Там к тебе этот. А, сейчас умрет. Сдох собака. Еще больше врагов на подходе! Обычное дело. Просто фантастика. Слишком легко. Мы уже победили. Слишком легко. Отлично. Побеждаю. Улучшение, да? Я правда не знаю, что улучшать. Мы с тобой еще за предыдущую кампанию все улучшили. Кто из них маг, которым я играла? Вот этот, что ли? Сигнус? По-моему, Сигнус. Ну да, раз у меня куплен скин, значит, я им играла. А их 3. Вот этот, пусть будет. Ну-ка, допустим, оружие. Чем он бьется? Чего мне жезл власти пойдет? Как мне посмотреть, какое у меня оружие выбрано? Че, я не помню, что это значит. А, слушай, я... оно... Сколько 4? Оно, знаешь, как выбрано? Оно... Сколько 4? 4 это 4 уровень. А, как понять, ну, какое вот у персонажа? Ну, у тебя на этом, на... Когда ты начинаешь? Нет, мне сейчас надо. Вот у меня сейчас, я поменяла героя. А у тебя не выбрано. Ты когда начинаешь игру, ты можешь себе эти... на горячие клавиши, что себе наставишь, что у тебя и будет в игре. А, все, ясно. Блин, у него посох. Ручной пулемет есть. По-моему, это какое-то говно. Я хочу попробовать.
все равно можно это... Тоже что ли взять? 43 черепа не надо куда деть. А четвертый уровень это типа... Чего не могу на посох открыть? Уникальное. А, надо 6. Надо что-то сделать там. Не-не, надо убить. Чуще. Ладно, допустим, тут будет посох. Так, здесь пока все.